А там ультратяжек. Тихо, ты по кому там стреляешь? Врагов стреляешь. Это пристрелка. Это такое. Мух отгоняешь от Игоря, да? Правильно, чтоб не ели. Куда бирка-то делась? Так и не вижу ее до сих пор. Лимбит в свою сторону нарез. Да, да, я так был прав. Парни, я сейчас попробую на ихние зенитки пойти. Не буду на точку зенитки. Давай, давай, ага, не надо на точку, чеши зенитки, лупи. А как движок завести у самолета, никто не знает. Они будут дуть, надеяться на то, что мы все попрыгаем с самолетов следующим махом, чтобы забомбить. А что, точка не наша еще, что ли? Нет, не наша. Там два тигра было. Куплю, сейчас попрет, попрет авиация, попрет. Заканчивайте уже с биркой, давайте креслу. Сейчас попрут. Блин, нет тигра. Сжимается всем зажать гашетку. Меня тигр сейчас заберет, парни. Да, танков не хватает. Одна зенитка курит. Игорь, спускайся, а то не успеешь догнать, пока долетят. До тройки хотя бы. 4 километров-то. Ломом. Легко. Ну, блин, не тот танк взял, ёперный бабай. А за танк хорош, так что не надо. Кстати, тут зенитки не опасные, они тут не сбивают. На этой карте. Тритонул, горит зенитка на этом, которая на мосту. Перемотор сзади обходит, смотрите. Услышали? Парни, не заезжайте, слышу, слышу. Я говорю, не заезжайте туда наверх. Вы подставляете сразу же. Ты зенитку сверху уже раз в 8 обстрелял. Она все живая. Че вы ее на точке-то никак не завалите? Я по ней уже 2 раза выстрелил. Все у нее повернуло, она все стреляет. Тех, самолет пошел. Вышел. 2 поехали на них. Блин. Хорошо. Артукин на точку. Ребят, нужна помощь. Тут их куча. Да-да, еду. Блин, ну как вы, рикошет? Тортила. Ну, Фок 13 лучше. Ну, я на бабе свет готовить. Вот подпёрли у них авиация. Ребята, дожимайте, пожалуйста, их там на точку-то. Свет есть? На точку. Все на точке, прям на точке, толпа целая. Да вот ни одного на точке не было. Все рядом. Благодарю. Парни, танков сейчас мало будет, давайте. По смертям просирают. Я подмог. Ну, мне их убили, что живой, да? Сбивайте, сбивайте, давайте. Эх, 2 бирки. Я под мостом. Да, сейчас бирки, если уронят, то будет хорошо. Нет, с точки возьмем, будет норм. ПТшки обходят нас.
Блин, пантера. Нет, пантера. Благодарю. Сев, ты живой? Вот точка. Блин, я офигею, что за херня, что так? Захватывали базу. Углю убрать. Все, я поиграл. Убирай, конечно. Меня кританули. Я меня забрал. Точку. Еду. Снимайте, сбивайте точку. Осталось у нас очень мало. Еду. И не сливайтесь, самое главное. Забомбили. Только сказал, что заехал на точку. Еще бирка и БФ-ка летит. Я под мост заехал. Несуйтесь, да, под мостом это там, под мост там, да. А Игорь нифига не помогает, я только что там забомбил чувака. У них два кугля, Ягдпанзер, два подвеса. Еще 4 смерти, нельзя умирать, живите. 4 смерти, Лёва, уходи. Забрал Ягу. Не сливайтесь. Надо прятаться от самолетов, парни. Если есть у кого воздух, выйдите на воздухе, завалите самолет. Не надо, пуль. Пуль остался один, не надо. Он под мост не прошел. Там мост ударился, да? Да. Красавчик, Лева, закрутил. У кугля еще там 2 штуки будет, поэтому осторожно. Кританул кугля, без наводчика он. Тэп не надолго, значит. Дора. Я лечу. Убейте Дору. Забрал. Убейте ее. Куглю забрал. А кто у нас в воздухе? Лёва, Игорь заберет. Мессер вышел. Сука, забери ее, забери. Блин, назад, не едь к ним на респ, а? Я не там на респ. Лёва, мессер. Вот показывай Хокота. Смертей нельзя, ни в коем случае. Кританул. Хелка-то без наводчика, а без механика, без заряжающего он. Нет Хелка-то. Парни, прячьтесь от Тур. Он без подвесов у них. Без подвесов, без ничего. Где твои извинения, Азат? Извините, пожалуйста, господин товарищ барин. Извините. Все, парни, победю. Да, все, у них нема никого. Просто наш нерв победил. Знать бы такой расклад, я бы не на этом самом, не на G2 летал бы, а на F8. И убирал бы сверху просто самолет.